продолжаем проходить GTA San Andreas и сразу переходим к следующей миссии, где мы предполагаем убьем Торена. О да, все-таки так и есть. I've got some information for you. Hey, Woolsey, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. Угу. Простите, мадам. Но у нас нет времени. И на вас тоже нет времени! Отстаньте от меня, мне здоровечек пригодится, мне не до вас. Мы едем, так. Кейкрэй, ой. Все, мы срежем вот так. Чуточку. Ой, это не чуточка. Это была не чуточка. О, цветочки. Цветочки здесь тоже к месту. А я. Там у нас вертолет, может нам его взорвать? Как-нибудь. Ай-яй. Блин. Вот так. Пальнуть бы как-нибудь покрасивше так. Вот так вот зарядить как-нибудь. Ты не взрываешься еще, козел? На тебе. Вам-то здесь чего надо? Че, и копы набежали? Уж простите. Нам что, наверх? Этот вертолет не взорвется, пока нам не наверх. Ясно, нам тут ловить нечего. Спускаемся вниз. Вот так. Пересаживаемся на мотак. Он нарочно, что ли? Блин, гранатомет надо было там подобрать. Вы что, серьезно хотите, что я бы гранатомет, что ли, подобрал? У меня что-то так с собой есть. Вот вы, блин, а. То есть мне еще и наверх пилить. И похишей мочить. Чтоб вас, блин. Ай-яй. Ну да, еще нам наверх, конечно же, на автостраду забираться. Поэтому действуем как можно быстрее. Этот козел совсем смысл надумал. Поди уже улетел, фиг пойми куда. А, нет, он рядышком. А, мне не до вас. Мне не до вас сейчас. Вот так. В бок, давай в бок. Есть. Погнали, ну же. Все, вперед. Уже вперед. Так, думаю, нормально. Давай, гранатомет. Вот так. Но есть! Это безумно метко. 18 тысяч еще дали. Как мы 50 тысяч подняли-то, а уже. За одной миссией за Зеро можем начать. А где, кстати, упавший вертолет? Он вниз, что ли, скатился? Похоже, синдикат развалин здесь у нас.
следует дальше приниматься за Зеро и Уизли. Ну, начнем, пожалуй, с Зеро. Поможем чувачку нашему. Как дождь льет, как из ведра, просто из ведра. Половина здоровья у нас здесь еще. Ай, ладно, не будем заострять на это внимание, поедем к Зеро. Будем за него задание выполнять. Может, подкрепимся попозже. Ну-ка, Зи. Hey, what up, Z? Nothing is up, Carl. Apart from my blood pressure. And the imminent collapse of my hopes and dreams. Why? As usual, the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery, briefly interspersed with agony. Homie, what you on? Whatever it is, you need to reduce the dosage. Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Oh, Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you putting hands on him? No, please. I never initiate violence. Oh, I know. You knocked his bitch. No. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now he wanna pop you? No. And they say gangbangers is petty and small-minded. Hey, what's that bleeping sound? That's him. We shall fight to the end! Berkeley's launched a full-scale attack. Oh, I love this mission. All batteries commence fire. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. В стране вражеской угроз с пулемета. Давай. Ну-ка. Ага. Чё не скоро нам дадут с миниган стрелять. Поэтому ловим момент. Вот так. Ага. Кто там у нас еще? На, получайте. Пока только с той стороны летят. И тут звук пропал минигана. Вот черт, а. Миссия-то какая-то коротенькая у нас, всего за 2 минуты. И больно-то здесь не сложно. Но здесь есть одна миссия с самолетиком. Они почти такие же идентичные с миссией с вертолетиком. Из Вайс-Сити. Помню, как я ее в детстве проходил. О, у меня, наверное, это примерно дня 4 ушло. Пока я дальше после нее продвинулся. Хотя я прошел ее всю до конца. Но вот эта миссия с вертолетиком. Наверняка есть какие-нибудь моды, позволяющие ее пропустить. Или вообще вырезать из игры. Че, звук с минигана пропал? И пострелять тут не в кого внизу. Сверху летит, сверху. Фух, успел. Вот так. Они все ближе, все ближе. Фух.
Пляши, Зип, пляши. Хотя, если мы его убьем, миссия закончится, ну уж нет. Давай, 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 давай. Как эти полминуты длинные тянутся, а? Вечность почти. Нужен, 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 нужен. Давай, 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 давай. Ай, черт, 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 черт. Не надо нам такую тревожную музыку. Интересно, как я ее буду проходить на PS3, тут же надо опять геймпадом вращать. Berkeley, as long as we have opposable thumbs, we will fight you. Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battles ahead. Never have so few owed so many. Too little, three... No, that's not it. What is it? We will fight him on the beaches. Well, rooftops. Ну, три штуки, это неплохо. Идемте дальше. Hey, Z, where you at? Go away, Carl. I'm very, very busy back here. Top secret stuff, not for your eyes. Too sensitive. Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. Then them some pretty strong draws. Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. I am a 28-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly 2 hours. Ow, my crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? I've got a prototype of a miniature plane. Huh, well, with that plane, we gonna go humiliate Burke. Okay, cool. Man, this is ridiculous. That went right up my crack. Crap. Berkeley has his sycophantic lackeys do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to its knees. Launch the Red Baron. Ага. Хотя она не такая уж и сложная, в принципе. А я? Нужен, 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 нужен. Идем дальше. Пока он далеко не улетел. Нужен, 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 давай. Есть. Туда, что ли, отправиться? А топливо-то у нас не бесконечно здесь. Камеру, конечно же, у нас менять нельзя. Полетели по крыше. Летит кар оборона. Куда нам тут? Отправляемся в самую-самую даль. Хотя переть и переть. Может, нам снизу попробовать полететь вот так? Ага. Главное не наткнуться на поезд. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Это ж обычная инициатива. Обычная инициатива. Ну не врезайся, не врезайся, не врезайся, я тебя прошу. Нормально же летели. Ну, давай, маневрируй, маневрируй, вот так. Да что ты будешь делать, а? Я же нажимаю вниз, почему ты вверх летишь? Вот другое дело. Я ему вниз, он не вверх. С учетом того, что я еще раз вкладку клавиатуры здесь поменял на более мне привычную. Давай, вот так. Скоро половина так сядет. Блин, надо ускориться. Лети, чувак, лети. Что с текстурами здесь творится, а? Что с текстурами творится?
Нужен. Давай. Пали. Есть. Куда нам дальше? Ой, блин. Что ж его так заносит-то? Я ж вроде украл, на камеру держу. А, вижу его. Далеко не улетит, голубчик. Есть. Последний остался. Фух, как-то легко получается хоть без первого раза его пройти. Очередной трамвайчик у нас здесь. Опа. Нормально так прилетели. А эти-то ничего не понимают у нас. Им-то невдомёк. Тут же 90-е годы. Вряд ли кто видел маленький красный барон. Вот он. Ай-яй! Вот мы дошли до половины. Бегите, людишки, бегите. Это светлое пятно можно фотографировать. Но мы таким собирательством здесь не занимаемся, мы застроим сюжет. Давай, лети, голубка. Красная голубка. Давай. Будем считать, что вы просто остановились. Давай, лети ко мне, малышка, давай, лети. Далеко не улетишь. Ай-яй. Ну же, давай, вали. Фух. Аккуратно. Вот вам всем. Самая жесть будет в конце, друзья. Кто-то раскошился. Опа! Садимся. Ай, блин! Муха, понятно, какая ляха. Кто матерится, тот поймет иногда. Smell it! You know that ozone smell. Smells like victory. Oh yeah! Дальше мы отправляемся дальше. Hey, Caesar. The Yay leaving San Piero, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Not right now. I gotta check into some shit. What's happening, Zero? I'm off to engage with Destiny, good or bad. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me, and I must ask myself if I am a sheep or a goat. Carl, will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it! What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor, and our very lives. It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome in the springtime. A butterfly. Come on with all the talking, man. Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death! Come hither!
Сейчас он нас отведет. Behold, no man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin, and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence! Неплохо. Ну-ка. Давайте вот этот подберем. Давай. Да, понятно, магнит, только как его подбирать? Как подбирать эту бомбочку? Карл, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Дальше как? Снова сюда, что ли? Карл, I'm blocked. Ой-ой-ой-ой-ёшеньки. Пожалуй, следует сперва разобраться кое с кем другим. А именно с танками. Вот так. Move it! Carl, Berkeley's blocked me again. Да сейчас я тебя уберу, не парься. Curse you, Berkeley! Carl, move that barrel! Вот так, идем дальше. Ну же. Какая ностальгическая все-таки трасса. Отправляемся дальше. Нужно еще взорвать пару танков. Фух, неужто справлюсь. Разворот. И полетели. Блин, там обрыв. Ёлы-палы. Черт. Но зато значительно сократили тем самым время. Сейчас будет тебе. Главное, еще один танк сделали. Get me a plank to cross that river. Вот так. Есть. Скорее туда. Berkeley's using tanks. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. Да легко. Там уже парочки танков уже каюк. А будет и тройки. Давай, поехали. Хотя, в принципе, мы тут всех и замочили. Остался последний. Сброс! Ага. Вижу. Carl, move that obstruction. Вот так. Прикольный здесь склад, скажите. Ну что, Зи, ты победитель у нас. Ну и вертолетик у нас загнулся совсем. Может еще бомбу забрать-то, покидать просто так? А, нет, не все так просто. Еще одна доска нужна. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Не пищи так, Зеро. Кстати, дорогие друзья, мне кажется, если бы... Carl, I need a bridge now. Да я понял. Если бы этот Зеро был в 2000-х годах, то он наверняка бы в этом Сан-Андреас стал каким-нибудь блогером. Ну, посудите, у него и внешность подходит. И мозги у него интересные сами по себе. Вернее, их содержание. Вот так, мастерские. Это, естественно, у нас не вода.
Goodbye, Berkeley. Что опять еще? А, ну ничего, расслабься. There's another cursed barrel in the way. Вот так. Нормально тебе теперь? Сброс. Вот он, путь к победе. Путь наш к победе. Ага. Приземляемся рядом. Berkeley, you, sir, are a loser. Leave the field of battle in shame, pack up your crummy mail-order business, and get out of my town! Carl, you are all a duelist like me could want in a second. Sir, I salute you. Yeah! Теперь это имущество полностью наше. Жаль, что мы Зи больше тут не увидим, конечно. В этих миссиях. И 7 штук у нас еще. О, на такой веселой ноте, думаю, стоит закончить нашу серию. Ну-ка. Сворачиваем. А, жалкий пистолетик у нас здесь. Жалкий пистолетичка. Как-нибудь пройдем мы автошколу. Непременно. И сохраняемся. А что у нас будет дальше, мы увидим в следующей серии. Если она тебе понравилась, но ты почему-то еще не с нами, подпишись и покажи лайком, что видео и правда найсовое. Bye-bye и goodbye.